Приветствую всех любителей вышивки на своем канале, который называется Вышивка Плюс. Меня зовут Инесса. И сейчас я хочу вам показать, какие наборчики я хочу срочно начать вышивать. Вы не перепутали. Сейчас июнь месяц, сейчас не Новый год. Но именно эти наборы я выбрала для того, чтобы начать. Я решила, что мне срочно нужно отложить все мои процессы и вышивать вот эти дизайны, поскольку сейчас идет как раз год рыжей собаки, и до Нового года, 2019, мне нужно вышить эти наборчики. Но три из них обязательно, которые новогодние сюжеты, и один от Золотого Руно я наверняка не успею. Но ничего, самое главное, я его начну в этом году. Прежде чем приступить к наборчикам, я хочу вам показать свои ирисы, которые я вырастила на своем огороде. Я выставляла фотку в Инстаграм, и девочкам очень понравились расцветки. Девочки сказали, что необычные красивые цвета. Но я люблю ирисы, и я их коллекционирую. Как только я увижу на рынке какой-нибудь новый сорт, я обязательно его покупаю. Но, к сожалению, я не знаю названия этих сортов, потому что я покупаю у бабушек на рынке, и, в общем-то, сорт не все знают. Ну, в общем, сейчас я вам покажу поближе, какие красивые у меня ирисы. А еще я видела на картинках в интернете пару сортов, и я хочу их прикупить. Почему я показываю их на канале Вышивка Плюс? Потому что именно девочкам-вышивальщицам понравились, и ирисы их заинтересовали. Хотя у меня есть садовый канал «Солнечный цветок», но я там не показывала, как они цветут. Как раз когда они цвели, был дождь, плохая погода, я срезала, привезла их домой. И как раз этот момент, как они цвели на грядке, я не застала. Когда только сиреневые ирисы цвели, самые первые, я их сняла. А вот эти вот ирисы я не успела заснять. Ну, в общем, сейчас покажу. И вам наверняка будет интересно, потому что многие из вас ирисы вышивают, но не все знают, каких расцветок существуют ирисы, а каких нет. Ну, может быть, вам просто это будет интересно. Ну, покажу сейчас вам поближе. Хочу запечатлеть их на камеру, чтобы осталось у меня на память. Очень жаль, что уже отцвели розовые ирисы, нежно-розовые, но на фотографии хорошо видно. Ссылочка на Инстаграм есть под видео, там хорошо виден этот сорт. Я сейчас вам его не буду, конечно же, показывать. Это однотонно-розовый, но он такой ближе к лососевому цвету. Вот этот ирис сиреневый, вот сейчас камера точно передает расцветку. Часто сиреневые и синие цвета искажаются, но вот сейчас точно передается расцветка. Еще другой оттенок сиреневого ириса был, но он цвел недели раньше. Есть в Инстаграм фотография букета. Там дружненько цвел. У меня прям большой куст, и много их было ирисов. Эти вот еще молодые, по 2-3 веточки я только срезала. И вот такой вот очень красивый, ближе к черному цвет, сиреневый с коричневым. Очень трудно описать этот цвет, у него сиреневый оттенок, но он вроде как коричневый. В общем, вот такой вот однотонный. Еще должен быть у меня нежно-голубой и чисто белый ирис, но пока не цветет. Молодые кустики, недавно посаженные, еще не зацвел. Вот такой желтый однотонный. Очень яркий цвет, красивый. Вот видите, без всяких прожилок. А есть еще желтый с белым. Очень красивый сорт, желтый с белым. Я, если увижу, обязательно куплю. Ирисы неприхотливые. При нашей жаре хорошо растут, разрастаются, не погибают. В общем, мне не жалко тратить деньги на ирисы покупать, поскольку другие цветы пропадают, а ирисы нет.
поэтому мне нравится их коллекционировать. Еще я начала коллекционировать пионы, но они у меня молодые, они не ранее, чем через 3 года зацветают. И вот такой еще ирис, видите, двухцветный. Серединка белая и краешки фиолетовые. Тоже точно передает сейчас камера. Очень модно на YouTube вышивать ирисы разные, именно поэтому я решила именно здесь показать. Я думаю, что вышивальщиц ирисы заинтересуют даже больше, чем садоводов. Но садоводам нужны названия сортов. Там более такие знатоки у нас. Ну а девчонкам, кто вышивает ирисы, просто так хочу вот показать, какие у меня растут на огороде. Ну а сейчас хочу приступить к наборчикам. Эти наборчики я все получила в подарок от своих подружек-рукодельниц, от фирмы «Чудесная игла». Ну, в общем, их вдвойне будет вышивать приятно. Сейчас покажу поподробнее. Ну, в общем, вот такая открыточка. Это чтобы понятно было, почему я решила вышивать в этом году всех этих кошечек-собачек. Потому что год собаки. А вот этот вот сюжетик небольшой. 19 на 13. Я думаю, он вышьется быстро. Скорее всего, этот сюжетик я буду вышивать первый, потому что мне очень хочется повышивать на канве голубого цвета. Здесь голубая канва, практически нет бэка. Ну, я думаю, как отдыхалочку очень хорошо будет повышивать. Отложу все свои большие наборы, все большие процессы и буду вышивать именно вот этих вот. В общем, у меня получится, наверное, неделя стартов. Раз, два, три, четыре. У меня 4 набора, не неделя стартов, а 4 дня стартов. Но я не знаю еще, как я буду вышивать по очереди или все начну. Я не люблю, конечно же, начинать несколько процессов на 14-й конвейер. Я люблю чередовать. Ну, не знаю, как буду по очереди. Я думаю, что быстро вышьется. Если никакие обстоятельства мне не помешают их вышить, то быстро. Как видите, мулине гамма. Обожаю я мулине гамма. Думаю, что обзор на эти наборчики делать не обязательно, поскольку все вы видели обзоры наборов от Чудесной иглы. У меня они есть на канале. И я, если уж и буду делать обзор, то какого-нибудь большого набора. А здесь, в принципе, небольшой такой сюжетик. Здесь небольшое количество цветов, 24. Ну, в общем, я этот наборчик начну первый. А сейчас вам снимаю видео. Хочу начать линовать. В общем, поздно уже, мне не спится. Я хочу все эти наборчики вскрыть и во всех наборах разлиновать канву. Да, я приняла решение, что даже на маленьких наборчиках я буду канву разлиновывать. Потому что мне так удобнее вышивать. Я так не ошибаюсь. Ну, в общем, я привыкла. Хотя на многих маленьких сюжетах я не разлиновывала, просто помечала центр и начинала вышивать от центра. Но не хочу. Не хочу. Хочу вышивать маленькие наборы, так же, как я и вышиваю большие. Поэтому, скорее всего, я сейчас разлиную все эти 4 набора. Следующий набор у меня вот такой. Почему я в таком порядке показываю? Именно в таком порядке я хочу начать вышивать. Сначала маленькие, потом большие. Мне хочется иметь быстро готовый результат, потому что большие наборы вышиваешь и долго ждешь, а мне хочется готового результата. Это совсем маленький наборчик, 11 на 17. Я тоже думаю, он быстро вышьется. И также на голубой канве вышивается. Количество цветов 19, а мулине тоже гамма. Все эти наборчики напоминают маленького Ричарда. Очень похож на нашего Ричарда. Вот этот набор просто шикарный, обалденный. Он уже побольше, 26 на 18.
А это уже не совсем отдыхалочка. Хотя на 14-й конве для меня все отдыхалочки. Для меня на 14-й конве вышивать легко. И, как видите, бэка здесь совершенно нет. Поэтому никаких сложностей. Не указано мулине. Не написано, что гамма. А вот, простите, вот в углу. А обычно справа наклейка. А здесь вот мулине гамма. Отлично. Я вообще обожаю мулине гамма. Но сейчас чудесная игла не комплектует практически нитками Bestex. Если только старые комплектации, все новые дизайны, они идут либо гамма, либо неизвестный какой-то производитель. Но ниточки тоже хорошие. Я ими вышивала, никакой наклейки не было, но это точно был не Bestex. Мне очень понравились нитки. С удовольствием буду вышивать чудесную иглу. Мне все их дизайны нравятся, а схемы просто обалденные. Ну и вот этот набор. Долго думала, начать мне его сейчас или нет. Ну, понятно, что это не отдыхалочка. И понятно, что у меня много начатых процессов. Этот, здесь размер 26 на 36. Ну, не такая уж маленькая работа. И на 16-й конве наверняка большинство дизайнов... У золотого руно на 16-й конве. 38 цветов мулине. Так, интересно, здесь написано или нет, какая канва. Так, нитки Мадейра, да, 16-й каунт. 16-й каунт. И вот, как видите, ниточки здесь в основном темные и много коричневых. А я уже много дизайнов вышила, где бежево-коричневые нитки. Вот поэтому я думала, начинать мне сейчас или нет. Но все-таки я решила его тоже вскрыть, разлиновать, хотя бы несколько крестиков начать, чтобы пометить, что я начала его в этом году. Ну, это все мои сюжеты с рыжими собаками. И, в общем, хочется мне начать всех этих собачек именно в этом году. Ну, в общем, вот такая у меня собачья серия в этом году собралась. Серия из рыжих собак. Приступаю я. Если вам интересно следить за отшивом, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.